Надо вам сказать, что я довольно покладистый малый, достаточно любящий жизнь, чтобы не приспособиться всюду. Я поставил себе целью приспособиться к этому человеку, не подозревая даже, до чего удачным оказался мой выбор. Он никогда не бывал в исправилке, куда нас везли, но он успел посидеть год, два и три года в других тюрьмах и был преисполнен арестантской мудрости. Мы почти подружились, и мое сердце подпрыгнуло, когда он посоветовал мне во всем следовать его примеру. Он называл меня Джеком, и я называл его Джеком. Поезд остановился на станции в 5 милях от Буффало, и нас, арестантов, вывели. Не помню, как называлась эта станция, но уверен, что она носила одно из следующих названий – Роклин, Роквуд, Блэк-Рок, Роксаль или Ньюкасл. Но, как бы она ни называлась, нас отвели пешком на небольшое расстояние от станции, а затем посадили в линейку. Это был старомодный дилижанс с сиденьями по обе стороны во всю длину экипажа. Всех пассажиров, сидевших на одной стороне, попросили перейти на другую, и мы с громким лязгом цепей заняли наши места. Я помню, мы сидели против пассажиров, помню выражение ужаса на лице одной женщины, которая, без сомнения, приняла нас за приговоренных к каторге убийц и банковых громил. Я напустил на себя самый свирепый вид, но мой компаньон по наручникам, веселый негр, не переставал вращать глазами и смеяться. Мы вышли из дилижанса, прошли немного пешком и попали в контору исправительной тюрьмы. Исправилки. Здесь нас зарегистрировали. И в этом списке вы можете найти ту или другую из моих фамилий. Нам объявили также, что мы должны оставить в конторе все наши ценности – деньги, табак, карманные ножи и прочее. Мой новый приятель качнул головой в мою сторону. «Если вы не оставите вещей ваших здесь, их конфискуют в тюрьме», – предупредил чиновник. Но мой приятель продолжал мотать головой. Он что-то делал руками, пряча их движения за спиной других арестантов. Наручники с нас сняли. Я наблюдал его и последовал его примеру, завернув в носовой платок все, что хотел взять с собой. Эти узелки мы засунули себе за рубашки. Я заметил, что прочие арестанты, за исключением одного или двух, обладавших часами, не отдали своих пожитков чиновнику в конторе. Они решили во что бы то ни стало пронести их контрабандой, доверившись случаю. Но они оказались глупее моего приятеля и меня. Они не завернули своих пожитков в узелки. Наша первая стража собрала наручники и цепи и уехала, а мы под охраной новой стражи пошли в тюрьму. Пока мы находились в конторе, к нам прибавилось несколько отрядов вновь прибывших арестантов. Так что теперь мы шли процессией в 40-50 человек. Знаете же вы, не сидевшие в тюрьме, что передвижение в большой тюрьме так же стеснено, как была стеснена торговля в средние века. Попав в исправительный дом, вы уже не можете двигаться в нем по своей воле. На каждом шагу вы встречаете огромные стальные двери или ворота, всегда запертые. Нам нужно было пройти парикмахерскую, и пришлось ждать, пока отпирали двери. Таким образом, мы задержались в первой же огромной зале, куда нас ввели. Представьте себе продолговатый куб, построенный из кирпичей на высоту 6 этажей, и в каждом этаже ряд камер, скажем, по 50 камер в ряд. Лучше вообразите себе огромный пчелиный сот в виде куба. Поставьте этот куб на землю и окружите его постройкой с крышей наверху и стенами кругом. Такой куб и окружающая постройка
и составляют зал в исправительной тюрьме в Эри, куда нас привезли. Для дополнения картины представьте себе узенькую галерею-балкон с железными перилами, проходящую по всей длине каждого ряда камер. А в концах этого продолговатого куба все эти галереи с обеих сторон соединяются между собой на случай пожара системой узеньких стальных лестниц. Мы остановились в первом зале, ожидая, пока сторожа отопрут дверь. Там и сям двигались каторжники с низко остриженными затылками и бритыми лицами в полосатой тюремной одежде. Одного такого каторжника я заметил над нами на галерее третьего ряда камер. Он стоял на галерее, наклонившись вперед. Руки его покоились на перилах, и он словно не замечал нашего присутствия. Глядел куда-то в пространство. Мой новый приятель издал тихий шипящий звук. Каторжник глянул вниз. Они обменялись сигналами. Затем взвился вверх узелок моего приятеля. Каторжник поймал его и молниеносно спрятал в своей рубашке, опять безучастно уставившись в пространство. Приятель сказал мне, чтобы я последовал его примеру. Я улучил минуту, когда сторож повернулся ко мне спиной, мой узелок полетел вверх и попал в рубаху каторжника. Через минуту дверь отперли и нас ввели в парикмахерскую. Здесь было много народу в полосатых одеяниях каторжников. Тут находились тюремные бродобреи. Были тут и ванны, горячая вода, мыло и щетки. Нам приказали раздеться и выкупаться, натирая друг другу спину. Эта обязательная ванна была излишней предосторожностью, ибо тюрьма кишела насекомыми. После ванны каждому дали по холщовой сумке для платья. «Кладите все свое платье в мешок», – сказал сторож. «Не пытайтесь пронести что-нибудь контрабандой. Вам придется выстроиться нагишом для осмотра. Люди со сроком в 30 дней и меньше могут оставить при себе сапоги и подтяжки. Кому больше 30 дней, не оставляют ничего». Это привело всех в замешательство. Как может голый человек пронести что-нибудь контрабандой? Только мой приятель и я были устроены. Каторжные цирюльники приступили к работе. Они обходили новичков, любезно предлагая взять на свое попечение их драгоценные пожитки и обещая после вернуть их. По словам этих цирюльников, они были настоящие филантропы. Кажется, нигде еще людей так быстро не разгружали. Спички, табак, папиросная бумага, трубки, ножи, деньги – все решительно попало в объемистые рубахи цирюльников. Они так и пузырились от добычи, а сторожа делали вид, что ничего не замечают. Короче говоря, из взятого ничего не вернули. Цирюльники и не собирались ничего возвращать. Они считали взятое добро своим законным достоянием. Это была взятка цирюльня. В этой тюрьме, как я впоследствии убедился, брались самые разнообразные взятки. Мне также было суждено сделаться взяточником благодаря моему новому приятелю. В цирюльне стояло несколько стульев, и бродобреи работали быстро. Я никогда не видел, чтобы людей так быстро брили и стригли. Арестанты намыливались сами, и цирюльники брили их со средней скоростью одного человека в минуту. Стрижка головы отнимала чуть побольше времени. В 3 минуты с моего лица сошел пушок 18-летнего юнца, и голова моя стала гладко, как бильярдный шар. Осталось только жневье щетинок. Борода и усы исчезли, как и наше платье. Можете поверить, когда нас отделали, мы представляли собой банду форменных злодеев. Потом мы выстроились в шеренгу. Человек 40 или 50.
нагие, как герои Киплинга, штурмующие Лунгтунгпен. Обыскивать нас было легко. На нас были только наши башмаки. У двух или трех неосторожных молодчиков, не решившихся поверить цирюльникам, нашли их добро. И это добро, а именно табак, трубки, спички, мелкая монета, было в мгновение конфисковано. После этой операции принесли наши новые одеяния. Толстые тюремные рубашки и куртки со штанами. Все полосатое. Я прежде думал, что полосатое каторжное платье надевается лишь на людей, совершивших тяжкое уголовное преступление. Впрочем, я не стал предаваться размышлениям. Надел на себя эти знаки позора и затем впервые отведал маршировки каторжным гуськом. Выстроившись тесной вереницей друг другу в затылок, причем задний держал руки на спине переднего, мы перешли в другой большой зал. Здесь нас выстроили длинной шеренгой у стенки, приказали обнажить левую руку. Молодой студент-медик, практиковавшийся на животных вроде нас, обходил ряды. Он делал прививку в четверо проворней, чем цирюльники брили нас. Расставив нас всех так, чтобы мы не стерли лимфы, коснувшись рукой чего-нибудь и дав крови засохнуть, так, чтобы получился струп, нас развели по камерам. Здесь мы с моим новым приятелем разлучились. Но он успел шепнуть мне «высоси». Как только меня заперли, я начисто высосал ранку. Впоследствии я видел людей, не сделавших этого. У них на руках образовались страшные язвы, в которые свободно вошел бы кулак. Сами виноваты, могли ведь высосать. В моей камере находился еще узник, мой товарищ по камере. Это был молодой, на вид сильный парень, неразговорчивый, но очень ловкий и самый хороший товарищ, какого только можно встретить в скитаниях. Нет нужды, что он только что отбыл двухгодичный срок в исправилке штата Огайо. Мы не провели в нашей камере и получаса, как по галерее прошел арестант, заглядывая в окошечки камер. Это был мой приятель. Как он мне объяснил, он имел право свободно расхаживать по залу. Его камеру отпирали в 6 часов утра и запирали до 9 вечера. У него был здесь приятель, и его скоро назначили старостой, так называемым коридорным. Человек, назначивший его, тоже был арестант и староста, и первый коридорный. В нашем корпусе полагалось 13 коридорных. В каждом из 10 коридоров имелись свои коридорные, и над ними начальствовали первый, второй и третий коридорные. Нам, новоприбывшим, придется остаться в камерах на весь остаток дня, чтобы прививка принялась, объявил мне мой приятель. Наутро нас выведут на каторжные работы в тюремный двор. Но я избавлю тебя от работы, как только смогу, обещал он. Я добьюсь увольнения одного из коридорных и назначу тебя на его место. Засунув руку в рубашку, он вытащил оттуда платок с моими драгоценными пожитками, просунул мне его сквозь решетку и ушел по галерее дальше. Я развязал узелок. Все оказалось на месте. Не пропала даже единственная бывшая у меня спичка. Я поделился остатком папироски с моим товарищем по заключению. Когда я хотел зажечь спичку, он остановил меня. На наших койках лежало по тонкому грязному шарфу. Он оторвал узенькую полоску от тонкой ткани, плотно скрутил ее и вытянул в длинный тонкий цилиндр. Этот цилиндр он зажег драгоценной спичкой. Цилиндр из плотно свернутой бумажной ткани не воспламенился. Только кончик его обуглился и начал тлеть. Медленное тление могло длиться несколько часов. Товарищ называл это трутом.
когда труд догорал, стоило только сделать новый труд, приложить его к старому, подуть, и огонек воскресал. Как видите, мы могли дать Прометею 100 очков вперед по части хранения огня. В 12 часов подали обед. В двери нашей клетки, внизу, находился небольшой вырез, вроде тех, что делают в курятниках для цыплят. В этот вырез нам просунули 2 ломтя сухого хлеба и 2 мисочки супа. Порция супа заключалась приблизительно в кварте кипятку, на поверхности которого одиноко плавала капля жира. Было в этой воде и немного соли.